Мелвин думает, что мне стоит пожить в реабилитационном центре. Но мой папа считает, что я заслужила собственную квартиру. И он мне купил прелестную квартирку. В ней есть совмещенная курица и много красивой плетеной мебели. Плетеные бабочки, такие, как в рекламе моей квартиры в газете. Снаружи есть вывеска. И если бы ты жил здесь, ты был бы уже дома. Ты просто завидуешь. Потому что я устроилась. Потому что меня выписали. Потому что у меня появился шанс и настоящая жизнь. Тебя выписали не потому, что тебе стало лучше. На тебя махнули рукой. И ты называешь это жизнью? Тратить папенькины денежки, покупать куколок и безделушки, есть его мерзких кур, толстеть, как дойная корова. Ты поменяла обстановку, но не жизнь. Твой покровитель наносит тебе визиты, и все знают.